Самара преображается, и это только начало. Кардинальные изменения в структуре управления городом дали свои плоды. Реформа местного самоуправления дала результаты. Большинство вопросов решается теперь на уровне районов. Количество жалоб в администрацию резко сократилось. У нас в Думу вошли бюджетники, представители крупных предприятий промышленных или вот пищевой промышленности. Вошли представители общественных организаций. И это те же самые люди, которые живут в наших с вами дворах, домах, пользуются теми же услугами, которые изнутри понимают проблемы, которые волнуют горожан. Бюджет города остался прежним, но подход к распределению финансирования изменился. За 2 года в Самаре отремонтировали почти половину дорог. Открыли 2 новые школы, закупили более 200 единиц общественного транспорта, упорядочили работу управляющих компаний. Идет активное строительство спортивных комплексов и медицинских центров. Глава Самары Олег Фурсов отметил, власть должна работать для людей, но и люди не должны пускать жизнь города на самотек. Если мы с вами очень правильно отнесемся к явке, поверьте, что следующие 5 лет мы с вами будем получать гораздо большее финансирование, а это в конечном итоге скажется и на внешнем облике города, и на качестве услуг, которые город предоставляет, и на качестве жизни каждого из нас. Привести в порядок огромный город возможно, отметил Олег Фурсов. Только в один момент этого не сделать. Необходима поддержка и со стороны федерального правительства, и со стороны самих горожан. На встрече сотрудники булочно-кондитерского комбината задавали главе Самары вопросы, делились впечатлениями о происходящих изменениях. Руководитель предприятия Лидия Ерошина получила благодарность и награду за вклад в развитие города. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, «События».